на пляже. Ты сделал это, Джуниор? Он такой классный. Тебе действительно нравится бой на мечах, не так ли? Она немного похожа на своего отца, да? Феликс, ты вернулся! Я тоже рад тебя видеть. Я думаю, что твоя малышка устала. Да, примерно в это время она спит. Должно быть, с тех пор многое изменилось. Даже здание. Это уже сильно изменился. Я читал все твои статьи. Эй, мы с ребятами собираемся выпить чуть позже. Хочешь присоединиться? Я бы с удовольствием. Это было так давно. Привет, Феликс. Как твои друзья? Что ж, Феликс вернулся. Но его семья, я имею в виду Инки, Винки и Шеба, вернулись с ним? Ну где же ты был, Феликс? Так ты действительно сражался с этим сумасшедшим лидером культа? Все это время он держал в руках идола, которого так хотел. Он подошел довольно близко, чтобы получить и его тоже. Мы смотрели эту запись снова и снова, в течение нескольких часов. Так как долго ты здесь пробудешь? К сожалению, недолго. Я должен успеть на следующую лодку через 3 дня для моего следующего журнала. Ну и куда же ты отправишься на этот раз? Бьюсь об заклад, это не может быть более безумным, чем последний выпуск, который ты сделал. А? Мы можем поговорить где-нибудь наедине? Чашка, кружка, вы можете подойти сюда? О, что скажет Феликс? Все в порядке? Вам, ребята, нужно еще выпить? Нет-нет, дело не в этом, мальчики. Мне нужно поговорить со всеми вами кое о чем. Есть место, где мы можем поговорить? Извини, что нам пришлось делать перерыв пораньше. Не волнуйся, дорогой. Я обо всем позабочусь. Спасибо, мистер Метатон. Феликс? Не мог бы ты объяснить, что происходит? Хотя мне и нравится перерыв, я тоже хотел бы знать, что происходит. Это должно быть очень важно, если мы должны поговорить наедине. Вы помните ее? О да, как мы могли забыть, как нас похищали и чуть не убили? А почему вы спрашиваете об этом, мистер Феликс? Феликс, возможно, нашел то, что она хотела. Я наткнулся на это, когда мы путешествовали по Индии. Пока я копался, я наткнулся на старую легенду, относящуюся к этой карте. Дальше, к югу, в Тихом океане есть остров. Согласно легенде, он был домом для целого общества, которым управляли существа, называемые сердца. Там не так много сказано, кроме того, что попасть туда очень опасно. Даже сам остров, говорят, еще опасней. Но то, что ей было нужно, находится на этом острове. Поэтому я отправляюсь туда, чтобы найти его первым. Погоди, ты пойдешь туда один? С Шебой и мальчиками. И да, если она получит то, что хотела, мы все можем быть в опасности. Ну тогда мы идем с тобой! Да, мы не отпустим вас одних! Подождите, вы не должны этого делать, ребята! Прости, но было бы неправильно отпускать вас одних! Кроме того, она много сделала и для нас! Мы все в этом замешаны! Думаю, если вы готовы рискнуть, то и я тоже! Мы все пойдем! Потрясающе! Мне не терпится показать ее приспешнику, кто здесь хозяин! Вопрос для Феликса, Бенди, Чашки и других. Вы будете единственными, кто пойдет туда, или вы соберете еще кого-нибудь, чтобы они пошли с вами? Вам не кажется, что вы должны рассказать об этом другим? Время квеста! Итак, как остальные члены общества отнесутся к этой новости? Или вы им не скажете? Каждый, кто должен был знать, уже знает, так что не волнуйтесь. Честно говоря, я немного нервничаю, но верю, что Бенди будет в безопасности. Я позабочусь, чтобы он вернулся домой к тебе и твоей дочери. Есть что-нибудь еще, что нам понадобится? Помимо подготовки корабля, вам понадобятся кое-какие материалы. Не говоря уже о том, что вам нужно будет знать необходимые навыки выживания. Я уверен, что найду для вас пару книг. Я думаю, что в библиотеке есть несколько книг для этого. Здесь есть библиотека? Он использует этого крокодила и его детективную команду. Но мы должны суметь использовать его. Это прекрасно! Мы можем пойти туда позже.